привет! Вы находитесь на канале Super Toys, и сегодня мы будем с вами распаковывать вот такие классные десерты Kids World. У меня уже были выпуски по этим десертам. Мне в одном выпуске понравилась игрушка вот эта «Маленький крот». Я купил вот эти десерты «Маленький крот» еще, чтобы посмотреть, какие еще фигурки в них попадаются. Я хотел купить их штук 8 хотя бы, но я пришел в магазин, и после того выпуска их все раскупили, будто все посмотрели мой выпуск. Ну, конечно, мне хочется так думать, но будем открывать, что есть. 5 штук это тоже немало, поехали. Итак, давайте же скорее открывать. Начнем с вот этого крота веселого, зеленый такой Kids World'ик у нас, и посмотрим, что же нам попадется здесь. Вот такой вот у него звук. Давайте скорее смотреть. Пишите, кстати, мне интересно, кто посмотрел прошлый выпуск Kids World, как вам вообще купил, может кто попробовать, понравился вам он, а то много было вопросов, как они по вкусу. Мне они очень нравятся. Они очень вкусные, шоколадные, такие пудинговые. Так, и первая игрушка на сегодня это крот, наконец-то я так хотел его посмотреть в том выпуске, но в этом выпуске посмотрим. Вот такой вот веселый крот, у него грабли такие резиновые. Что-то он ими грабит. Резиновая фигурка, все гнется. Такие, смотрите, у него 3 волосинки такие смешные. Очень он веселый, маленький крот. Так, давайте вкладыш посмотрим. Я уже забыл, да, что там в коллекции идет. Так, вот такие вот фигурочки в коллекции. Их довольно-таки много. Нам попался вот такой вот сейчас кротик с граблями. А фигурок очень много. Сейчас я найду, кстати, вот такую мышку, поставлю ее, чтобы у нас было коллекции больше, и продолжим. Вот такой вот веселый мышонок с флейтой нам попался в прошлом выпуске. Вот он, вот здесь вот он с флейтой. Вот такие уже две фигурки у нас в итоге есть. Вкладыш вот такой длинный, красивый, мне нравится. Откладываем его, ставим наши фигурочки сюда. И продолжаем. Так, продолжаем открывать. Мы открывали зеленый, давайте откроем синий. Вот такой красивый здесь крот на самокате. Наверное, в школу с рюкзаком едет или куда-то по делам. Давайте открывать и смотреть, что попадется нам здесь. Такой вот более звонкий звук. Хотелось бы собрать крота. Либо лягушка там какая-то еще у них веселая есть, смешная. Так, и смотрим. Давайте потихонечку открывать. И смотреть вместе, что же там такое. Ну, цвет черный, похож на крота. Да, это наш крот веселый, маленький. Открываем его скорее и смотрим. Очень вы веселые зверята, нравитесь мне. Кто вообще смотрел этот мультик, пишите в комментариях, мне будет интересно. Я помню, прям его с удовольствием смотрел. Мне он нравится. Опять его смешная прическа с тремя волосинками, прям просто весельчак он. Как будто какой-то лунатик, смотрите, их можно в стороны раздвинуть. Такая у него лейка, он поливает, скорее всего, свою грядку, грабит ее, грябит граблями, а потом поливает, чтобы выросли у него какие-нибудь овощи. Так, эта игрушечка у нас, вот она. Так, куда убежал? Вот он, эта фигурка из этой коллекции. Поливает он, наверное, лягушку, вот здесь смешно, конечно. Но не в этом суть. Очень фигурка качественная, тоже резиновая, классная, прорисовано все отлично, мне нравится. Тоже очень классная фигурка, у нас уже вот такая мини-коллекция собирается фигурок этих. Вот так вот, три разные. Так, давайте открывать зеленый и смотреть, что попадется в нем. Такой звук другой, похож вообще на мышку. Потому что какой-то звук такой прям легкий, она там еле стучит. Я думаю, что это мышка. Но сейчас мы это проверим. Крепкий такой прям упаковки у них. Просто так и не откроешь. Но мы все равно откроем и посмотрим, что в нем находится. Так, откладываем. Ставим наш вот сюда вкладыш с коллекции. Слышите, как легко стучит? Здесь по-любому мышка. Главное, чтобы она была не с дудкой, какая у нас уже есть. Так, и что здесь? Кто видит серую лапку? Это мышка. Ура, это другая мышка. У нас еще такой мышки нету. Здорово, мне это нравится. Я думаю, вам тоже это нравится, потому что все мы хотим посмотреть разные фигурки.
А я тем более, потому что мне не нравится, я хочу их собрать. Вот такая мышка, смотрите, у нее какой большой хвостик резиновый. Вкладываем вкладыши, давайте ее поближе рассмотрим. У нее такая то ли ложка, то ли не знаю, что это. Она такая веселая, смотрите, как она улыбается и говорит: «Всем привет, ребята, я пришла есть кашу». А вы любите кашу? Думаю, что нет. Ну ладно, мы тогда мышку накормим вареньем. Вот так мне смешно гнутся руки, уши, что хотите, можно гнуть. Тоже фигурочка мне нравится, она качественная, прокрашена, нормально. Конечно, вот здесь ложка имеет косячки такие небольшие. Но сама фигурка интересная и веселая. Итак, у нас уже в коллекции вот такие две мышки. Сейчас мы ее подогнем хвостик, чуть-чуть, чтобы она встала. Вот такие две мышки и два кротеночка. Очень суперски все. Давайте открывать. Давайте вот так. Энники, беники, ели вареньки, энники, беники, бам. Давайте зеленый откроем. И посмотрим, кто нам попадется здесь. Вот здесь глухой звук, фигурка тяжелая. Это скорее крот, либо еж, либо лягушка. Потому что это можно определить. Потому что они более тяжелые. Так, откладываем. И смотрим. Вот, видите, слышите? Чуть-чуть потяжелее мышки звук такой идет. И смотрим, кто же нам там попадется. Так, пока что я не вижу. А вот оно, кротенок наш. Здорово. У нас такого еще нету. Вот такой он вот наш кротенок. Открываем его скорее и смотрим поближе. Вот такой веселый крот. Вот здесь он на вкладыше, вот этот. Он такой удивленный, смотрите, такой: «Что? Вы тоже на канале Супер Тось подписаны? Да ладно!» Очень он веселый, мне такой прям нравится, удивился. Не знаю чему, наверное, когда поливал свою грядку, у него выросло что-то, и он прям такой смотрит: «Ничего себе, у меня выросла травка!» Или что я там сажал, не помню. Такой прям очень удивленный крот. Опять его смешные три волосиночки. Мне они тоже очень веселят. Вот такой вот он сзади и спереди. Очень тоже интересная фигурка. Мне она нравится. И у нас остался один кицвордик с нашим маленьким кротом. Давайте же скорее его открывать. Вот такой звук довольно-таки тоже тяжелый. Сейчас мы его откроем и посмотрим, кто же нам попадется здесь. Так, это в сторону, чтобы не мешалось. И смотрим. Так, кто же там? Так, и вот у нас попался повтор. Еще один вот такой вот крот с руками. Еще одна такая фигурочка, но она тоже классная. Мне тоже нравится. Ничего страшного, мы не расстраиваемся. Поменяюсь с друзьями на какую-нибудь другую фигурку. Но я тоже считаю неплохо, что у нас из 5 Kids World попалось 4 разные фигурки. Это очень хороший результат, я считаю. Потому что, ну, они непонятно, как их выбирать. Я еще не разобрался. Да и там нет никаких маркировок, чтобы понять, где какая игрушка. Только по вот стуку. Думаю, вам выпуск понравился. Если да, ставьте пальцы вверх. Если наберем много просмотров и лайков, я сниму еще такой выпуск и будем пробовать собирать еще коллекцию. С вами был канал Супер Тойс. Если не подписались на канал, подписывайтесь обязательно, чтобы не пропустить новые видео. Увидимся на моем канале в интернете. Всем пока!